Салам алейкум, дорогие друзья. Вот я приехал. Тут подъем поднялся, остался до туннеля. Это 7-8 километров. Вот смотрите, оттуда поднялся. Это Камчик. Вот, я должен вон туда поехать. Туда подняться километров 7-8. Худо холоса поднимусь. Все будет четко. Потому что остался немножко. Я уже проехал 70 километров из дома. Вот теперь как вершину поднимусь, это уже все. Потом только спуск до Ташкента. Дорогие друзья, будьте здоровы. А, мотоциклисты тоже вот сейчас снимем. Байкеры тоже снимем сейчас. Оказывается, уже у них тоже этот. Вот. Байкеры два едут. Нет, четыре. Сзади еще две, оказывается. О-о-о! Откуда-то они едут. Группами. Вот, едут группами, еще двое сейчас подъедут. А мне вот обогажает фура. А, нет, не мешает, все, нормально, сниму, вот, двое едут, вот. Молодцы! Дорогие друзья, будьте здоровы. До следующего видеоролика.